концерте под названием «Нижний Новгород. Связь веков и поколений». На сцене симфонический оркестр Нижегородской консерватории, художественный руководитель и дирижер, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин. Открывает наш концерт музыка Эдуарда Кертельмейстера, Уильям Шекспир в иллюстрации для симфонического оркестра в шести частях. Церемониальный танец, Фальстаф и Виндзорские насмешницы, Офелия, Сон, Ромео и Джульетта, Карнавал. Исполняет симфонический оркестр Нижегородской консерватории дирижер Ренат Жиганшин. Thank you.
концерт для трубы с оркестром. Солист, лауреат Всероссийского конкурса Георгий Сибилев.
симфонический оркестр Нижегородской консерватории, дирижер Ренат Жиганшин.
Thank you.
Thank you.